В СК «Днепр» перешли ваши воспитанники, два человека, это Билок и Передисты. Что вы можете сказать об этих футболистах? Насколько это большая потеря для «Нефтяника»? И, на ваш взгляд, смогут ли они помочь СК «Днепр-1»? Однозначно смогут, очень хорошие футболисты. Просто так в «Днепр» не попадают люди. Тем более, что ребята Днепропетровского региона, Передисты из Днепродзержинска, Максим Билок вообще из Днепропетровска, очень надежные. Я думаю, они очень помогут Днепру-1, потому что они в первой лиге уже обтерлись, побились и знают, что это такое. Потому что немножко вторая лига и первая все-таки отличаются и скоростями, и более взрослым футболом, и все-таки более мощный футбол. Поэтому они как раз помогут адаптироваться этим ребятам молодым в СК-1 именно к таким моментам. У меня только самые лучшие воспоминания о работе с этими ребятами. Я думаю, что это счастье любому тренеру работать с такими ребятами. Если вы видели, как вообще эти ребята работают не только там в игре, а и на тренировках отдаются полностью. Поэтому в коллективе я считаю, что это большое усиление для команды «Днепр-1». Ну, будем надеяться, что ребята будут расти вместе с этой командой и все-таки выйдут в премьер-лигу. Максим Билок очень быстрый защитник. Для защитника это сейчас немаловажно. С очень хорошей харизмой, лидер по натуре. То есть это уже немаловажно. Стас Передист – это вообще такой, скажем, уникальный панчер, можно сказать. То есть он подкаты делает головой, то есть как бы вообще ничего не боится, и за ним идут ребята. Он практически, если он вступает в единоборство, на 99% это единоборство будет выиграно. Самые сильные стороны у двоих футболистов – это бойцовские качества. Это не отнять. Ребята очень сильны духом на футбольном поле, ведут за собой коллектив. Знаете, никогда не ломаются никаких там и при удачах, и при каких-то непонятных вещах. Ну, то есть как раз то, что нужно в первой лиге. То, что нужно в первой лиге для этих ребят, для команды.